Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Вон там Саша проснулся. Опять крик, ор, недовольный. Почему-то без родителей он просыпается, веселый парень. Как с родителями, так вот это. Не буду, не хочу. Да-да. Фу. Так. А я кого поймала, сейчас ему покажу. Смотрите. Это жук-носорог. Плохо видно, конечно, я понимаю. Но у него прям рог. Но вот такого экземпляра крупного я еще не встречала. Здоровущий такой. Вот высохло мое новое изделие. Вот такая вот штука. Надо еще ее изнутри промазать. Ну, а потом покрасить. Хороший. Он носорог, смотри, у него прям... Вот посмотри в профиль, звук. У него рог. Пойдем, Саш, пойдем его отпустим. Куда? В травку. Он завоевал его, почему мы должны опускать его? Куда? А куда опускать? Куда опускать? В травку сейчас мы его. Вот так. Пусть идет, его дети ждут. Какой здоровущий. Смотри. Большой, да? Здоровая. Здоровая. Да, у него точно инвалид он. Она ищет. Детки. Что-то он как-то передвигается. Детки не видят. Детки нету. У него нет одной лапы передней. Почему? Видишь? Почему? Не знаю, наверное, в бою потерял. Смотри, какой он интересный. Я видел, видел. Видел? А как ходит? Ну, у него вон 6 лапок, видишь, а одной нету. Как он ходит? Он ходит. А как ходит? Лапками. Как ты ходишь, так и он ходит. Я тоже. Погибнет тоже ведь жук. Чего с одной я лапой тоже. Еле-еле передвигается. Я тоже. Ты тоже жук? Я тоже жук. Где Луна? Где Луна? Сегодня цыганский рынок. На улице уже с утра жарко. Это луна. Вот это луна. Видно, да? До свидания. Что, сначала снимем наличных? Пойдем. Банк, да, пойдем. Вон там пешеходный переход, пойдем сюда. Как белые люди. Народу. Ну, это как всегда. Ну, мы приехали за овощами исключительно. Маслица. Ну, мои не любят масло такое домашнее.
цветочки. Бабушка все время продает вязаные игрушки. Так, что почем-то? Перцы по 70. Дынечки маленькие, 50 рублей килограмм. Виноград, орехи всяческие. Кукуруза. Хлеба, говорят, месяц. Так, Танюшка сразу в растения. Костя смеется. В прошлый раз, говорит, все деньги истратили. Она говорит, нет, еще снимали. Гранатик маленький какой-то цветет. А сколько это барбарисово стоит? Да, барбарисово. А сколько он стоит? Ужас. 700 рублей. Да ну. Вон еще там. Рублей барбарис. Таня говорит, мурманский 1200 тысяча. Ты кто мурманск? Айва тоже красиво цветет. А лаванда сколько? 200 рублей. Ее тоже можно к розу посадить, краска высокие. А она до какого? Метров 70. В готовом виде, да? Да. Она же как-то там продолжительно цветет, она да? Цветет. А масштабы потом? Пойдем. Ну, вообще. А императоре нужно солнце, чтобы не будет набирать. Краска. Да. Она офигенная, у нас не растет. Ну, в смысле, очень долго растет. Как три пера стоят, ей тепло нужно. Но она офигенная, вот если ее именно в щебеночку закатывать. Да, красивая. Накупили цветов. Костя сказал, выбирай или я, или растения. Он говорит, мы уже с Сашкой весь рынок обошли. Пока вы тут ля-ля-ля, выбирай. Таня сказала, выбираю мужа. Взяли, что купили и пошли. Нет моих таблеток. Девчонки, худо мне. Надо как-то дожить до пятницы, когда их привезут. Так я лоханулась, я считала, что у меня еще есть упаковка. Оказалось, что нет. И таблеток нет. Я со своей тахикардией. Капуста 40. Морковь, свекла. Картошка. 55 были ж по 40 огурцы на прошлой неделе. 543. Ну, черешня уже по 140. Набрала фруктов, овощей, неподъемный пакет. Они дешевле в Доброцене. Те же самые. У меня вообще такое ощущение, что они там покупают и продают. Так, в игрушках
Все, пойдем. Ну, а вот тут вон магазинчик. Да, вот сейчас. Вон они, что-то приобрели. А, обалдеть. Там есть даже контейнер. Прям работать, загружать будет. Будешь мусор теперь у нас, да, вывозить? Песочек будет. Черешни, нектаринки. Керамика. Что это такое? А, это такие. Так, ладно, пошла я на выход, а то мои там уже меня ждут. С моими не поснимаешь. Это не Ира, подруга моя, которая кругами ходила по 5 раз. Лавровый лист, розмарин. Мои такие же, как я. Пришли, купили, что надо. И все, и домой. Жарко. Жарко. Прям жарко. Сто восемьдесят. А тут он 120. Где мои? А где они? А, вон они стоят за машинкой, спрятались. Спрятали ребенка в тенечек. Забыли шапку. Да вообще, да вообще. Будешь на пляже теперь играть, да? Не будешь отнимать у детей игрушки. Ну, он поиграть с ними хочет. Ну, понятно. Где такси? Саш, не ходи. Где такси? Ждем, сын, ждем, подожди. Жарко. Заняты. Вернулись. Бип-бип. Бип-бип. Ну, с тетенькой приятнее ехать, да? Да. А нам сейчас открой. Сейчас, сынок. Сейчас все. Она уже копает. Причем на жаре. Девочки, вы не смотрите, что это мусор в мешках. Просто куда его девать, Костя, машину закажет и вывезут. И вот это таскать тяжесть такая. Так, Татьяна Александровна, что? Тут черешню место освобождаем. В Канны тут не пути. Если экскомом выкопать. Ну, вот, грубо говоря. Ну, понятно.
я забыла уже, как это называется. Пирожковие. Загуглите, красиво смотрится. Вот, купили вот таких штук. Чабреца. Жалко, веточка сломалась. Я его туда хочу. Куда? Вот, за крестик. С той стороны две пирожковые посадить, а на выпуклый квадратик вот тот можжевельничек. Ага. Так что не одни авокадо с манго сажаем. Надо актинидию замутить. Это кто это? Киви. А, это киви? Красивая, которая. Да, ее, знаете, что? Надо. Надо. Сюда типа перголу, как ворота сделать, знаете, под ага. И прикрепить сюда. Ага. Здесь розочку можно пустить, чтобы тенек давала. Или вот эту актинидию. Она также хопа будет свисать и кивишки. Заманчиво. Ну а что, и прикольная, и она красивая, она декоративная. Ну и да. Загуглите актинидию. Ага. А я вот начала делать мили украшения. И вот хочу сказать, Мила, не получится. Эти камни такие тяжелые, что мемори проволока не выдерживает их. Вот это вот. На что она такая, такая толстая, она не выдерживает. Они очень тяжелые. Так что надо с тобой созвониться, показать тебе. Может быть, поменьше камушки взять. Ну, а я раз на глаза попалась, решила себе сделать наконец-то что-нибудь. Ну, я же люблю, чтобы было крупное. Редко я для себя делаю. Редко. Вот у меня... Вот это вот еще ни разу не выгуливала, честно говоря. Жду момента из слоновой кости. Вот. Вот такое вот решила сделать. Так что, Мира, надо нам подумать будет, что тебе там сделать. А сама смотрю, Лариса Табашникова. Ларис, как я люблю твои видео. Ты бы только знала. Жду их, жду, когда долго нет. Я вся переживаю. Очень грустно, что ты не попадешь на родину в этом году. Очень грустно. Да я и сама-то сижу еще, может быть, и в Питер, и в Мурманск не выпустят без прививки. Тоже грустно. Ну, держись, девочка. Что ж делать теперь? Ничего изменить мы не можем, к сожалению. Ну что, Константин Александрович закончил. Все покрасил. Все беленькое. Все чистенькое. Ну, вам, может, и не видно, а мне видно. Тут свет еще плохой. Ой, стены были уже грязные. Сейчас беленький. Но он еще не просох. Вот, и потолок тут он красил, потому что печка же тут. И, конечно, потолок закоптился. А Алинкину любимую картинку оставили. Ну, тоже она. Тут ее заклеивали и ободрали. Алинке она очень нравилась. Такие дети непосредственные. Ну, наверное, тоже надо будет снимать. Все равно ободралась. Вот, но факт тот, что стены прям... Стены чистые. Ну, Костя, если он берется... Он делает так, как надо. Сейчас вон машина, наверное, пришла убирать.
щебенку, да все. Ну, теперь будем хоть разбираться, а то у нас уже и кровать стоит на улице, и уже с мотками заваленная, и уже все на ней валяются. Вот, так что закончено это дело. Кухню не будем делать пока. Осталась неделя, надо людям отдохнуть хотя бы. Сейчас еще пока все это уберется. Он опять разгружает. Господи. А как таскать этот мусор-то? Тут доски наложены. Нету. Тягает. Ой. Ты мой хороший, ты мой красивый кактусик. Вот, Танюшка, видите, тут насажала. Я вон там выложила эту плитку. Она пристроила сумку мою. Вот. Вон, видите, выложила кирпичики, там засыпала все. Где у нас вода, кран? Вот куда уходит щебенка. Тут надо убрать этот пень. И черешня тут будет расти. А тут Таня вот это все заложила. У нее свои планы. Ну, скоро наш погром закончится. Слава Богу. Тут вообще. Просто вообще ужас. Ужас. Ну, зато крыша-то вон какая. Ну, душа радуется. Что будет потом хорошо? Свет проведем, подошьем. Сделаем. Этой вытяжку сделаем для мангала. Трубу. А что, хорошо, когда мангал стоит под крышей? Мы сделаем такую штуку, купол, и сюда трубу. Куда-нибудь. Вот такую. Чтобы оно подтягивало. Или даже с вентилятора. Чтобы дым туда не шел. Ясно. Потому что если все же сейчас законопатится, щелей не будет, дым туда будет идти, ему выйти некуда будет. Угу. И еще и куда он будет деваться? В дом куда-то, наверное. Ясно. Вот так. Ну, давай. Ну, вот. Вовремя я вышла. Сейчас бы еще минут на 10 попозже и спряталось бы солнышко за облако там. Во дворе снимать невозможно. Сашкины мультфильмы поют во все эти песни. Я снимала, потом смотрю, тьфу, опять музыка. Ой. А что сделаешь? Ребенок любит песни, парень музыкальный. Хороший день был, жаркий. Но я с Сашкой поспала днем. Встаю очень рано. И плохо ночью сплю. Вот. Засыпаю вроде нормально, а потом все в 2 часа ночи просыпаюсь. И хоть глаз кали называется. Вот. Так что... Ну что, мои дорогие, пора нам всем отдыхать, и мне, и вам.
тоже поди за день-то натрудились. Я не знаю, мне кажется, мы все без дела-то не можем сидеть. Или, может, я по себе сужу. Не знаю. Ты топчешься, топчешься весь день чего-то. Сейчас и особо времени-то нету на свои какие-то дела. И утаптываешься так к вечеру, что сил никаких нету. Хорошо, тихо. Но народу стало на волне. И по ночам, и молодежь ходят, кричат громко прям. И дети какие-то, и машины постоянно прям ездят, ездят. И такси все время приезжают. Ну, в общем, оживает летом волна. Народ едет. Ну, хорошо, есть у людей возможность еще ехать на что-то. Что вот дальше будет? Ну, ладно, поживем, увидим. Какие-то перспективы, честно говоря, не очень какие-то радостные. А может, и утрясется все. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться. Правда ведь? Ладно, зайки мои. Как мне сегодня прислали с ТикТока. Жизнь любит, чтобы ее жили. Вот так. Так что будем жить. Давайте, мои дорогие, я вас обнимаю, целую. Не болейте, пожалуйста. Вон, видите, хоть сегодня с Олей улыбаются. Все хорошо, все выздоровели. А видно по внешности-то, что переболели прям. Видно, прям осунулись. Ну ничего, главное веселые. Давайте, мои хорошие, до завтра. Завтра солнышко взойдет и начнется еще один день. И спасибо вам за это там, наверху. Все, мои дорогие, давайте. Пока-пока.